сертифицировали в качестве производителя медицинской продукции. В тот же момент был основан и запущен завод по производству продуктов на основе гиалуроновой кислоты. В 2000 году была запущена полностью автоматизированная линия по производству искусственных хрусталиков на основе гиалуроновой кислоты. Коллеги, вот для меня эта информация, она очень ценна и очень важна. И это о многом говорит и характеризует продукт. Фармацевтическое производство, фармацевтический контроль качества. Это история из клинической медицины, это многолетний опыт исследований, это научная работа. Изначально, вы знаете, что рынок эстетической медицины, он развивается где-то так активно с 96-97 года, а компания Крома с 1976 года ведет разработки, научно-исследовательскую работу, совершенствует формулу гиалуроновой кислоты. И с 2007 года это старт партнерства компании Крома и компании Корнеаль. От себя могу добавить, что я лично знакома с линейкой Princess где-то с 2006 года, в тестовом режиме я работала с препаратами, я изучала, исследовала, смотрела. Вы знаете, у меня до этого был достаточный опыт использования гиалуроновой кислоты. Я давно занимаюсь инъекционными методиками. Но вот на тот момент, когда я попробовала продукт, для меня он показался невероятно деликатным, комфортным. И вы знаете, вот мое первое впечатление, оно осталось со мной до сих пор. Бренд Princess, вот это продукт компании Крома, это продукт, да, для самых требовательных и взыскательных клиентов, для клиентов, у которых изысканное чувство вкуса, я не побоюсь таких высоких слов, для пациентов, которые привыкли выглядеть всегда великолепно, прекрасно, но которые не демонстрируют миру о том, сколько они в себя инвестировали. То есть это продукт для максимально естественной коррекции, который позволяет сохранять индивидуальность и выглядеть всегда очень ухоженно, красиво и элегантно.